За третье место в этой серьезной номинации награждается Анна Баженова! Вы слышите, какая играет музыка? По идее, надо было станцевать, но ладно. Полотна любители. Второе место Дарья Ямалдинова! Вы видите, всем достаются дипломы, цветочки, пакетики. Ну а теперь самое главное, первое место, тут еще и кубок. Первое место, категория полотна любителей, Полина Мочалова! А вот и тот самый кот Васька. Правильно, зачем награда? Пойду обниматься. Смотри, Полина, прижалась к Екатерине, теперь волосы будут становиться постепенно рыжее, да. Аплодисменты победительницам категории «Полотна любителей». Браво, девчонки, браво! Мы переходим к следующей категории. «Полотна профессионалы». Дорогие друзья, за третье место в этой серьезной номинации награждается серьезная участница с серьезной фамилией, но секретов больше нет. Конечно же, Мария Шмидт. Аплодисменты! А вот и он, дорогие друзья, самый главный фанат. Наш друг в белой кофте. Аплодисменты Марии и ее истинному фанату. Мария, бери его на руки. А наоборот, то есть, наоборот. Это тренер твой? Нормально, молодец, нормально. Хорошо, дорогие друзья, я так понимаю, если больше дипломов нет, то и награждать больше некого. Нормально. Мария, ученик твой выходил. Нормально? Хорошо занимается? Все нормально. За второе место в серьезной номинации награждаем Светлану Кумуц! Ну и, дорогие друзья, конечно же, самое главное, неожиданность и интрига. Кто же станет первым? Кто же станет первым в категории «Полотна профессионалы»? Точно! Новичок Екатерина Вяткина! Переходим к следующему награждению, категория «Полотна дети». Третье место. Ирина Юшкова! «Полотна дети», аплодисменты! Вот так вот начинаются победы. Молодец, Ириночка! И цветочек от нашего джентльмена. За второе место категория «Полотна дети» награждается Таисия Беляева! Итак, дорогие друзья, вы видите, можно подействовать заточенной вилкой не только на меня, но и на судей. Первое место категория «Полотна дети» Анастасия Коренева! Ваши аплодисменты, Настеньке, браво! Больше! Награждаем наших следующих победителей «Кольцо любителей». Третье место. Каролина Лукерина. Ваши аплодисменты, друзья. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. За всеми этими выступлениями стоят большие сложные тренировки. И вот они, победы. Второе место. Антонина Галышбина. Можно. Охрана, посторонние прорываются на сцену. Ладно. Будешь, заходи, дари. Давай. Кого позвать-то тебе? Антонину? Вот, увидела. Хорошо. И победителем в категории...
что идет-то? Кольца, любители. Анастасия Якунина! Переходим. Девчонки, подарки не забывайте. Переходим к награждению. Кольцо профессионалы. Третье место. Алена Белякова. Танцуй. Второе место. Второе место. Кольцо профессионалы с вечно молодой фамилией Алена Молоды! Бедолага наш с цветами выбегает и никак он не успевает отдать. Победителям в этой категории, какая неожиданность, дорогие друзья, Екатерина Вяткина! Она обессилила, и они ее принесли. А в скором времени, дорогие друзья, я думаю, организаторы будут сразу заказывать кубки с гравировкой «Катя, это для тебя». Аплодисменты всем нашим победительницам и призерам! Следующая наша категория – «Кольца дети». Третье место – Елена Андреева. Ваши аплодисменты, Леночки. Второе место – категория «Кольца дети» – Дана Мальцева. Я сейчас буду удивлен, если первое место опять достанется Екатерине Вяткиной, нет? Первое место, категория «Кольца дети» Анастасия Кокенева, дорогие друзья! Аплодисменты, Настя! Видишь, как хорошо, что я выучил твою фамилию? Вот так вот, да, дорогие друзья. Аплодисменты девчонкам, на самом деле умницы, браво! Это большой труд, дорогие друзья. Это очень нелегко. Это очень молодцы. Общее фото. Да? Одно серьезное, одно так себе. Девочки, сейчас все приготовились. Девочки, все смотрим на... А он такой красивый с бородой. Да. На фотографа все смотрим, девчонки. Одну фотографию делаем серьезную такую всем. А вторая фотография покривляться. Так, приготовились серьезную. 3-4, смотрим на фотографа. А сейчас покривляться. Языки достали, рожки построили. Покривлялись. Эй!